Мы на месте. Мы приветствуем Михаила, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Михаила, под ногами. 360 градусов вокруг него. 3. Сканер сканирует систем тонких тел Михаила. Находит все. Голограмма суккуба. Вот так вот. Суккуб. Голограмма. Сканер отстегнул ее с рук, с ног, с головы. Кто расстегнул? Была сканер. Сканер уже отключил ее? Да. Хорошо, отлично. Клетку в тюрьму отправляем. Без. Без. Хорошо. Где там космические? Инсектоид. Дракон. Из какой? Пруд. Красный. А, красный дракон. Считай цифру красного дракона над головой. 864. 864. Это ты любитель компьютеров, да? Дракоша. У него в руках джойстик. Да ты что? А что это за джойстик такой? Дракон. Играет он в игры. Понятно. Значит, это твоя была идея, да? С компьютерными играми. И ты его направляешь на этот. Он, путь. По-моему, вообще не понял, что он в клетке. Дракоша, посмотри на меня. Ты меня видишь? Он бросил пульт и в угол жмется. Вот я тебя споймал. Все. Сейчас он смотрит по сторонам. Ты попал на чистку, дракон. Сегодня будешь отвечать. Говорит, что такого нету в игре. Так это не игра, это реальность. Выпусти меня. Не выпущу. Я тебе могу только показать печать дракона, если ты хочешь испытать боль. Но я тебе объясняю, ты попал в серьезное место, и тебе придется отвечать сегодня за все, что ты сделал в биополе. Куда ты вошел, не санкционировано. Тебе это понятно? У него первый раз такого, он не знал, что за это наказывать будут. Хорошо. Таким путем. Понятно. Поехали ему дальше. Ему неприятна эта ситуация, ему страшно. Я понимаю. Но можешь поверить мне на слово, здесь стояли уже около 1000 драконов. Поэтому давай кооперируй, отвечай на вопросы и дальше уже по моим командам. Итак, у нас суккуб с голограммой, без. Сколько, какая герцовка, считай, у него? Восьмерка. Восьмерка, инсектоид, красный дракон и спрут. Больше никого? Все. Отлично, хорошо. Начинаем тогда с реверса энергии. Все знают, где они находятся. Вы находитесь на чистке. Я даю команду тонкой копии Михаила спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Михаилу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю канал прямой к голограмме суккуба. И реверсом иду в эту голограмму все негативное и патогенное, что Михаил получил от нее. Пошел процесс. Хорошо, спрут. Сколько ты находился в этом биополе? 4 года. 4 года. Хорошо. Красный дракон, сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 7 месяцев. И 7 месяцев. Хорошо. Инсектоид, сколько ты находился в биополе? 3 года. Бес, сколько ты находился в этом биополе? 8 месяцев. Где подключка произошла? С портала? Или ты его где-то словил? Там, где он играет, он громко кричит. Ах, вот как. А это твоя чистота. Соответственно, ты услышал его, да? Конечно, услышал. Хорошо, бес. Отлично. Благодарю за эту информацию. Идем дальше. Суккуб со своей голограммой. Сколько ты находился в этом биополе? 3-7. Объясни мне за свою голограмму. Я не совсем понимаю. Зачем ты ее поставил? Чтобы его никто не видел? Отвращал от женского пола. Отвращала от женского пола. То есть последние 3 и 7 года можно считать, что ты там мешал ему в полной мере с кем-то познакомиться или с какой-то женщиной и быть аттрактивным для другого пола, правильно? Голограмма поменьше стоит. Вообще правильно. Ты зашел на свою чистоту. Я отбивал у него желание. Времени у него нет на женщин. А на что? Только на тебя, да? Да. Ух ты, какая ты эгоистичная. Хорошо, ждем окончания реверса. Готово.
Устанавливая фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса, Михаил забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Михаил себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И забираем из голограммы Суккуба все, что находится на чистоте Михаила. Мощным потоком все пошло назад. А что там идет, Вера? Энергия сексуальная идет. Желание. Желание. Обращаясь ко всем присутствующим, кто еще присутствует в квартире Михаила? Никто. Хорошо. Никто из них? Никто из них. Вот. Бес-то знает, бес там свои хозяева есть в квартире, да? А как же? Как и везде. Как и везде. Хорошо. Бес, скажи мне, есть лярвы в его биополе? Да, есть лярвы. Тебя это интересует? Конечно. А эмоциональный фантом хочешь? Черные сгустки хочу. Хорошо, тогда отвечай на мои вопросы. И в конце, когда подойдет время, я тебе дам возможность это все забрать. Ждем окончания. Давай спрашивай, все расскажу. Хорошо. Ты первородный или ты был человеком? Первородный. Хорошо. Реверс закончился. Меня интересуют, в принципе, те черты характера, которые ты в нем, которые откликаются в тебе. Вот эти негативные черты. Первоисточник, первородный, вот этот эмоциональный... Лень, вот. Хорошо, вот это меня интересует, чтобы ты назвала мне эти черты, которые дали тебе возможность войти в его биополе, то есть откликаются на твоей чистоте, для того, чтобы он мог работать над собой. То есть лень ты назвал. Хорошо. Ревер закончился, да? Да. Давай начинаем со спрута. Спрут, выходи. Отключайся полностью, забирай все, что ты оставил в его биополе. Отсасывай жидкость, ничего не забывай. И возвращайся в клетку-тюрьму, докладывая о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц, поэтому я рекомендую ничего не забывать. Иначе можно пострадать. Здесь каша в голове. Ну, каша в голове, лень. Дракон со своим джойстиком, Суккуб, Бес, все на своих местах. Идеальная команда. Присоски снимает, шея, плечи, как затекшие у него. Ну там лярвы наверняка и будут. Все снял. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай, приступай. У него в глазах платы. Он глаза поставил. Как типа очков. И какое действие этих очков было, Красный дракон? Смотрел он. А он смотрел через них на этот. Ну, если он играл, конечно, ему надо смотреть, куда он, во что он играет. А что он терял при этом, скажи мне, Красный дракон? Что-то у него забирал? Как он себя ощущал негативно на физическом плане? Вот этих понижал твоих... очень сильно вибрации, во-первых. И от него прямо идут вот эти вибрации. Я не знаю, как их назвать. Это вибрации, которые принижают его, делают его ленивым и концентрируют только на одной волне, забирая его время. Вот. Хорошо, это мы услышали. И за он эту терял информацию. Время с ними очень много. Уже потерял, если скажем так. Этого времени уже не вернуть в жизни. Но можно изменить будущее, если он поймет первопричину, да. Забрал дракон. Хорошо, инсектоид, выходи. У тебя есть инкубатор? Да, есть. Ну, конечно, там, если человек ничего не меняет, инсектоиду очень нравятся такие моменты. Не так ли, инсектоид? Можно спокойно к нему присосаться. Хорошо, давай, вытаскивай все, что ты оставил. Отключайся полностью. Ничего не забывай. И возвращайся в клетку-тюрьму. Приступай. Он говорит, что он проводил много в сидячем и лежачем положении. И это очень комфортно для меня. Я это имел в виду. Абсолютно. И моего инкубатора. Абсолютно верно. Человек продуцирует столько энергии, сколько тебе надо, и при этом не двигается. То, что надо. Для инсектоида я имею в виду. Поэтому они любят старых людей. Те тоже мало двигаются. Все снял. Хорошо, Суккуб. Выходи, отключайся полностью. Снимай все, что ты на нем оставил. Ничего не забывай. Он в сердечной чакре как скребет. Где-то внутри он понимал, что он теряет время. Но они оказались сильнее или он оказался слабее? Он вообще не понимал, как время проходит день за днем, день за днем. Так и жизнь проходит, да. Все очень быстро. Начинал, не заканчивал, подумал, потерял забыл. Мысль. Понимает ли это Михаил? Все снял. Михаил понимает, иначе бы не стоял здесь. Согласен. Хорошо. Бес, выходи.
все расчищено, вытаскивай все, что ты оставил. Рассказывай сначала, где оно стояло и как оно на него воздействовало, чтобы он понял симптомы. Приступай. Он у него на ноги давит. Он сидит на ногах у него. Заземляет его в том месте, где он реагирует. Реакция, где у него вот это идет. Крики, слова определенные. Утяжеляет, да? Да, он сидит на нем. Как отключишься, как снимешь все, доложи мне прямо на месте. Он его прямо в таком виде показывает, что он сидит, а зад да. приподнимает, но ступни не двигаются, садится назад, без держи. Ух ты, серьезная сила. Снял. Хорошо, бес, разрешаете забрать лярвы, которые находятся в биополе Михаила. Ничего не забывай, приступай. Он показывает, как у него все стекает в крестец на спине. К нему прям, да? Да, и со временем все это будет болеть, но пока еще накапливается. Процесс начал, но серое, я вижу. Когда оно станет черным, уже будет поздно. Здесь и на шее лярва. Здесь и на шее, хорошо. Слова, выбирай слова, ему идет слово от шеи. Ах, вот как. Волосовая чакра. Понятно, а там тоже черное? Серое тоже. Серое, хорошо. Михаил, обратите внимание на то, что вы говорите и как вы говорите. Это все имеет всегда обратную реакцию. Оно всегда возвращается назад. В том или ином виде. Да. Готово. Хорошо, поехали дальше. Даю команду, все забрали. Даю команду на рассинхронизацию Михаила. Синхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. У Михаила по телу как дрожь проходит. И вот это как пленка какая-то. Тело уходит к ним. Энергии ему хватает пока? Да, хватает, он стряхивает с рук, с ног ее. Михаил, вы видите всех, кто сидел у вас в клетке? Вот так они выглядят. Как постепенно, говорит, меня затянули. Да. Даже сам не понял. А там профессионалы. Они не стучат в двери, они заходят без разрешения. В тот момент, когда вы даете им повод. Бес, расскажи мне, пожалуйста, вот этот момент, когда ты в него зашел. Что это было? Это был какой-то скандал? Это было понижение вибраций? От чего? Объясни мне. Ну, я же сказал, когда играет, кричит громко разные слова. И я кричу с ним. И он рад. Так у вас вы втроем играли в компьютер, да, я так полагаю? Но ты больше всех энергии еще получал. Ну, не меньше всех, скажем так. Хорошо. Ну что, если дали им повод, что тут возмущаться? Все правильно. Они пришли только на свою чистоту. Бес показывает, что он в случае победы или в случае поражения все равно выигрывает и собирает эти энергии. Он все это внизу получает, не так ли, Бес, да? Вот это кормушка. Это не та победа, к которой я не могу подойти из-за вибрации. Победа в компьютерных играх. Я понял. Вибрации, которые идут, они уже низкие, они связаны с электронными играми. Туда не вложена сила ума, воли, тела, работы над собой. Ты прав. Как ни странно это признать, но ты прав. Ждем дальше. Он все забрал, да? Вернее, у нас идет рассинхронизация, да, Вера? Закончилось, да. Встречаем внутренний белый свет Михаила. Этим светом вы дали ты себе все негативные остаточные энергии, оставшиеся от интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет выдавливает это все в шар перед Михаилом. Готов. Открывая портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Чисто. Хорошо, все забрали. Подхожу к Михаилу и помогаю моей энергии ему сделать импульс высокого вибрационного шока удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая портал в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Сканер, когда сканировал, он показывал фантомные. То, во что он играет. Да. Разные оружия фантомные вокруг него. И они ему снятся даже. То есть во сне тоже играет. Хорошо. Мы очень рекомендуем Михаилу понять, что это ловушка. И не тратить свою жизнь на привлечение интерферентов и кормление их. Это его право. Мы можем только порекомендовать. А дальше ему решать. Выходит эмоция. Да. Сейчас скинер сжег все фантомы.
Отлично, благодарю, сканер. Выходит эмоциональный фантом Михаила, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию злости, сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Есть. Хорошо, много? Ты знаешь, оно каким-то липким, как потом покрыто. То есть его тело говорит ему, когда он энергию тратит зря, не на то, что нужно. От него вот эта энергия отходит негативная, она с потом выходит. Ух ты. Михаил, вы это все видите? Это ваша энергия, которую вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться? Их не надо путать с физическим потом, с Конечно. Физическими упражнениями. Итак, он готов расстаться с этими энергиями? Да, он с удовольствием расстанется. Хорошо, сворачивай все в шар. Бес, забираешь? Да, очень хочет он. Отправляю бесу. Его чистота. Это все, что я перечислил, это его чистота. Готов. Хорошо, готов уходить? Готов, да. Больше тогда не приходи в эту квартиру, в этот дом и вообще к нему. Я буду, возможно, даже ее проверять. Не хочу с тобой сталкиваться второй раз, иначе мы поссоримся. Все тебе понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Инсектоид готов уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Инсектоид забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Спрут готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо. Суккуб. Это его право. Он решил жить без тебя. Ты должен это принять. Ты готов уходить? Он хотел бы забрать голограмму. Не могу тебе ее отдать, к сожалению, потому что это оружие. Буду тебя отпускать без нее. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. И суккуб забирает. Суккуб уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Открывая под голограммой портал в галактическое ядро. Голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, красный дракон. Как ты понял, это жизнь. Это... Я хочу получить у тебя слово красного дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово красного дракона. Хорошо. Открывается на... Влад. Да. У него в клетке вот этот джойстик, с которым он в нее попал. Этот джойстик, значит, если он с ним вместе, он ищет так людей, кто... Отлично. Джойстик уходит, не играет, да. Джойстик уходит в соседнюю клетку. Платы дракона уходят в соседнюю клетку. Все его подключки, все, что он вытащил. Готово. Открывая под этим портал в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, дракон, если не хочешь уйти вслед за этими джойстиками, больше не приходи. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. И красный дракон уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Посмотри, клетка пустая? Пустая. Отлично. Поехали по частотам. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Михаил, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Это так круто. Я себя совершенно по-новому чувствую. Эти вибрации энергии. Вы не представляете, как для меня это важно. Я сейчас понял одну вещь. Все мои игры, с которыми я терял время, пересекаются с вашей работой. Только вы действительно дело делаете. Помогаете людям, развиваетесь, идете к осознанности. А я тратил время. Подумаю над этой темой. Конечно. И, конечно же, буду знакомиться со своей душой дальше. Благодарю вас за этот сеанс. Во благо, Михаил. Развивайтесь, заправляйтесь энергиями, сбрасывайте негатив, выдавливайте в шар, как мы показали в этом сеансе. Наш администратор перешлет вам информацию после сеанса, как устанавливать Меркабу, как сбрасывать энергии негативные и как заправляться энергиями. Цифры мы вам дали, 320% энергии 27 Гц. Заправляйте эти энергии каждый день, не забывайте сбрасывать негатив и отойдите от этого компьютера. Если вы хотите... Я пока не знаю эти цифры, но буду разбираться. Мне это очень интересно.
Отлично. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Михаила в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он говорит, я силу воина чувствую, просто она была направлена не в правильное русло. Абсолютно верно. Вы кормили сущности этой энергии. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.